И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. Вескер с вами на связи, шестой эпизод. Записываем подряд в ночное время, уже сейчас 4:51, так что по сути у меня утро, у вас тоже день, только уже вторник. Шестое число. Давайте сейчас зададим задание с этого латиноамериканского Форт Боярда. Так, это оно? Вот и ты. Эй, ты как? Вполне. Она нашла? Угу. Вот, белое дыхание. Чудно. В такой мелочи такая большая сила. Надеюсь, это поможет мятежникам в борьбе против Амару и его секты. Можешь не сомневаться. Учу, все-таки с тебя рассказ. Вот потому именно. Что твой шрам и этот рецепт как будто из разных уравнений. Мне кажется, рассказывать тут не о чем. Да. Все потому, что он не прошел первый этап галлюциногенный. А Лара прошла. И повидали заодно нашего допингангера. Мило, как они ее плавно вписали. Эх, Натл погордилась бы такой работой. 3 очка навыка у нас. Игла Адониса. Но это ресурсы, это не надо. Чешуя змеи эффективная. Снадобье концентрация сильно большая. Длительность эффекта при прицеливании. Клыки змеи. Оглушающая шрапнель. С врагов перекрывает линию обзора. Изготовление глушающих шрапнелей противников. Давай, Ларе, время замаскироваться. Орлиные глазы. Орлиный глаз 3 увеличивает эффективность озарения. Возможность одним выстрелом пустить 3 стрелы в 3 захваченные цели. Цели бы врагу. Устрашение ягуара. Пугающие стрелы теперь действуют дольше. Это берем. Мне эта штука очень понравилась. Хорошо работает. Так. Отлично. Здесь разобрались. Теперь идемте за следующим заданием. Больше ничего не валяется вкусного съесть. О, вон там что-то есть. А, это просто бочонок с порохом. А я подумал, что здесь может быть еще рюкзак исследователя один находится. Они рядом были бы. Это, конечно, странно, но с другой стороны необычно. Может, кто-то принес. Только нашел в джунглях. Там карта какая-то лежит, которую никто не понимает, кроме нас. Было бы, кстати, интересно. Ну, такой подход посмотреть. Ой, глаза как болят, конечно. Наверное, сейчас запишу еще эпизод и сделаю небольшой перерывчик на пару часиков, потому что реально надо немножко глазам отдохнуть. И еще запишу потом 2 эпизода. То есть все запишу в течение этого дня. Видите, я настолько уже плохо целюсь, что мне походу плывется перед глазами, я этого просто не понимаю. Ну я не привык длительные, подолгу играть в игры. Но у этого есть реальный плюс с точки зрения пользы для нас. Польза реальная есть, и польза хорошая. Так, нам вот сюда.
Ладно, идемте. Костюмчик на нас. Никто нас не трогает. Спокойно пройдем, проблем не будет. О. Добрый день. Добрый день. Опять через эту дверь ходить. Так, где у них казармы? Добрый день. О, они тут практически все прибрали. Так, стоп. А, мне через вас проходить. Я забыл уже про это. Не переживайте, грудь была в комплекте к этому наряду. Я бы отымел бы вас, да не могу. О, жрица. Да. Наши бравые воины одержали сегодня победу во имя Кукулькана. Да ладно. Наверное, они заслуживают благословения. Да, конечно. Прекрасно. Это такая честь для них. Сюда. Это напоминает начало одного видео. Жрица пришла благословлять в одиночку. Жрица женского рода пришла благословлять ораву воинов. А вы не присоединитесь, что ли, курги парни? Эх, нельзя. Служба. Служба не в дружбу. Ну ладно. Интересно, как она будет справляться? Она же не знает местные культурные обычаи. Я, в принципе, подставь и готово. А, то есть тут теперь можно внутрь пойти-те. Что нового? Думаю, мятежников больше нет. Но у меня чувствуется, что это не так. Верно. Не чувствуется тайное коварство. Они сражались с храброй и с честью. Я должен это сделать. Спокойно, Лара. Хотел попробовать. Больше никого нету. Но заметьте, только одно тело. Но с другой стороны, по одному так приваливаешь, каждый раз бегаешь, готов. Это я спустился еще. А там есть какой-то зацеп? Нет, зацепа нет. То есть я тут бы никак не перелетел бы над ними.
Зачем тогда делать намек, что тут можно было бы перелететь? Если они знают, это был бы акт отчаяния. Разве у них есть какой-то повод для отчаяния? Нет, их просто воспламенили речи предводительницы, хитрой, умной, жадной до власти. Ресурсы не хватает. А, радость победы. Есть какой-то альтернативный путь у меня. С честью, я должен это сделать. Так. Надо... Ага, вижу. Да-да-да-да-да, ваших потомков, их потомков, всех потомков будет вдохновлять. Так, а для чего тут такой переход? Непонятно. Так, и зачем здесь тогда? Так, одни сидят рядом. Слабость победы. Все по-тихому. Ну, у них, кстати, реально забавные казармы, но тут обойти их, это невозможно. Нет, тут можно, конечно, попытаться, но опять же, мне потом обратным путем идти, это я чую. А так, перебили всю казарму, проблем нет. Видите? Аарон? Не бойся, я... Ты это хотел заполучить? Что значат эти символы? Похоже на шифр или... По нашу душу идут. Наверх уходим и сидим все спокойненько. Никто меня не видит, никто меня не слышит. Я птичка-невеличка.
Пусть гуляют себе спокойненько. Конечно, я никого из кукулькан здесь не оставлю. О, привет! Вот серьезно? Вот реально надо было... Я ему в яйца попал, если кто не понял. Но парень сам напросился. Он сам попросил. Сидел бы себе там спокойно, и кого бы не трогал бы я. Надо было сразу вообще убегать, ну ладно. Сам тоже виноват. Да, ну, в данном случае. Ну там я всю казарму зачистил, проблем быть не должно. А что если я ее зачистил, там стало только хуже? Я о чем говорил? Вот проходишь по несколько раз подряд и становишься... Есть с него шлем, что ли, сбил? На всякий... О! Двери перекрыли. Кто бы мог подумать. О, тайный проход. Только сейчас сюда вот сути побежит. Нас никто не схватит сейчас за руку. Эй, иди сюда. Не обижу. Лара, ты поаккуратнее. Он тут камнями разбрасываться любит. Узкие помещения. Сейчас точно будет какой-то удар камнем. На всякий случай смотри в сторону. Эй, ты куда делся? Я за тобой иду, за твою тебя всю работу выполняю. Ну, хотя справедливости ради, я ему тут всю работу и попортил. Правильно, убрать теперь оружие надо. То еще услышат выстрелы, как Сунурату. Только не наш там был. То, что там нельзя было. А там кому-то позволили. Так, ну куда ты делся? О! Отсюда красивый вид. Пособираем, потом на продажу. Она реально очень долго держится сейчас под водой, благодаря прокачке. Это хорошо. Меньше хлопот будет. А, не сюда. Согласен, надо отдохнуть, дамочка. Но сначала надо, во-первых, сдать задание, во-вторых,
прогуляться, отдохну немножко здесь в игре. Пособирать там. О. Что значит, ты не взял ее? Я едва не попался. А что мне оставалось? Она точно на месте. Что, если тело обнаружили? Он был не на дежурстве. Его не скоро хватится. Хорошо. Значит, вернешься и заберешь ее. Я обратно не пойду. Не мне же идти. За мою голову назначена награда. Прости, Хакан. Я пытался. Я почти достал записку. Я знаю, брат. Я знаю. То есть он сейчас по-тихому прибил идиота, чтобы забрать записку, которую забрали мы, ну, вы видели. И его никто не хватится в этих казармах. Но при этом Лара перебила все казармы. Как по-вашему, человек с тайным шифром, который должен был быть там, ну, где-то, его найду. Никто не заподозрит, что шифр-то успёрли. Не поменяют его. Привет. Ты тоже выбралась. Отлично. Арон, эта девушка спасла меня из тюрьмы. Очень приятно. Кстати говоря, Бонжур. Стыдно сказать, но я так и не спросил твое имя. Лара. Что ж, Лара, как видишь... Арон жив-здоров. Похоже, я зря послал тебя на это задание. Прости меня. Может быть, и не зря. Это о чем-нибудь тебе говорит? Откуда? Я видела, как Арон расправился со стражем. Жрица, это ты? Да, спасибо. Ты правильно сделал, что убежал, Арон. Если бы тебя схватили, не видать нам записки. Эти символы мне не знакомы. Это тайный язык. Амару использует его для общения со своими людьми. Вроде как речь здесь идет о... Мы считаем, что речь об укрытии Высшего Совета. Только члены секты знают этот язык. А ты его знаешь? Моя сестра Аци, она... Можно я скажу? Я был женат на ней. Когда-то она была приверженцем Амару. Она и научила меня их секретному языку. Ты смог переубедить ее? Никто не мог переубедить Аци, кроме самой Аци. У нее был сильный характер. Я очень ее любил. Итак, тут сказано, куда нам идти? Нам? Ну ладно. Ну да. Ты знаешь заброшенную деревню на окраине города? Да. Да, смогу найти. Хорошо, встретимся там. Забавно, все отцы туда идут. Арон, если не придем через час, приведи всех, кого сможешь. Договорились? Да. Гениально! Отец-одиночка идет в самую глушь и говорит, если нас обоих убьют, приведи остальных мятежников, чтобы тоже всех убили. Гениально. Ладно, идемте, чё уж тянуть. Доберемся. Немножко подвисает. Либо у меня мозг тормозит. Одно из двух. Отвык я что-то по несколько часов сидеть без прерыва. Это не уважение, оскорбление Кукулькана. Что случилось? Жрецы забыли свои обязанности. Они не возвестили о прибытии Кукулькана. Люди, кажется, были осведомлены о его приходе. Этого недостаточно. Яркий луч света не озарил город, хотя должен был. Кто знает, что творится в храме солнца? Новая обновленная информация, это интересно.
Так, а куда нам сейчас? Он сказал в заброшенную деревню. А стоп, а у меня метка что, не стоит, что ли? А, нет, стоит. Нельзя в костюме стража змея. Надо будет потом поменять, посмотреть, может быть, еще какой-то. Так, а задача какая-нибудь стоит? Может быть, какой-то доп задание? Нет, не далось. Ну, в принципе, да. Я думаю, если бы был какой-то доп задание, мы бы и так его взяли, посмогли. Так не дается, значит, все нормально. Двадцать шесть минут. 5:17 утра. Да, лама. Почти подошли. И тебе, Хачка, это, блин, не знаю, что это за оскорбление, но очень веселое, наверное. Ты теперь не зайдешь в старый детский домик. Обидно. Нет места. Ничего не могу взять. Так, стоп. А, тормозит. Локация не прогрузилась. То есть, если бы я там был какое-то время, она бы сейчас быстро выпрыгнула бы, а тут ее прямо задержала. Вот так и растягивает локации, ну, прогрузку их. А все для чего? Для оптимизации. Собираем все. Сбежала. Нет места. Ничего не могу взять. Ладно, ламу туда возьми. Так, куда мне тащиться? А, дальше. Где? Мне кажется, это западня. Слишком странное место для совета Кукулькана. Если только на самом деле это не лагерь Тринити. А то, кстати, помните, я вам говорил тут про пещерку одну. Походу мы в нее идем обратно. Когда мы только и шли в Пайтите, я сюда сбоку заходил, тут была пещерочка. Вот. В нее возвращаемся. Ну? Привет. Лара, беги! Хакан, ты... Как раз увидишь, как умрет твой друг. Нет. Может, есть другой путь? Лара, верно? Да. Говори. Предлагаю сделку.
Какую? Сделай кое-что для нас, и твой друг будет жить. Так Куповушка? Просто? Зачем? Ты меня впечатлила. И не меня одного. В Пайтите у тебя уже серьезная репутация. О. Лара, не надо. Не отдавай его им. Что вам нужно? Богоубийца, разумеется. Разве не за этим вы здесь? Не слушай его. Амару сам объявил об этом испытании. Кто получит богоубийцу, сможет бросить ему вызов. Твой друг скрыл, зачем он охотится? Любопытно. Но это не мое дело. Здесь начинается твое испытание. Добудь богоубийцу, принеси мне, и твой друг будет жить. И ты его освободишь? Или нет? Лара? Если на нем будет хоть одна царапина, вы все умрете. Прибереги свой пыл, пригодится. Паренек, ты уверен? Она тут как бы недавно целый нефтезавод взорвала со всеми их людьмишками. Так, у меня получается туда, тут где-то тоже был вход. Не подскажешь, где тут дырка? Они меня видят, и она не прячется. У вас там дверь, дайте я пройду. Распятие. Ладно, как мне обойти все дело? Что-то он подтормаживает даже сейчас стало. Ой, ладно, туда тащиться теперь. К собакам. Не хочу я к собакам. Ну ладно, хотя бы сказали куда. Да, у меня тоже подлагивает, ребят. Это, видимо, из-за того, что я записываю несколько часов подряд, и игра тоже немножко подглючивает. Ну, все-таки 32 минуты еще маловато как-то для эпизода. Давайте-ка. Немножко ее дотянем, хоть... Так, ну... Ты куда, Лара? Лара? Ларат. Так, я вернул контроль над управлением. А теперь будь хорошей девочкой, Ларат. И идем. Хотя бы пройдем волков. И будем искать этот клык древности. А что ты не поскользнул-то? Что ты так долго? Серьезно, давай, давай. Тайный город. Ну, спасибо. Вы не заметили. Возьмем. Пригодится. А, убежал? Да и ладно, пусть бежит. Если помирать, так золото на руках.
Ой, зараза, а что на вас не действует-то? Ты зараза, да, вот, 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 вот. Так, спокойно, 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 спокойно. Давай, 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 есть, это я собираю. Подождите, я тут жру. Давай, 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 давай. Хороший опыт вышел. И, ну, жалко, что на них приманки не действуют. Нельзя поставить на тело. Ну, типа, волк подбежал. Слушай, что это за звук издет? Это та самая шкатулка, которую он у меня украл? Он все время держал ее при мне? Было бы забавно. А, у них еще и золото валяется. Тушки, фибары. Что тут еще есть у нас? Да, заходим. И посмотрим, что из себя представляет эта гробница. Ой. Что-то долго ходит. Слушайте, ну зато неплохо. Вот заметьте. Вот если бы я бы начинал бы сейчас спустя неделю бы играть, только это был бы не шестой эпизод подряд, а первый опять для меня, то я бы реально здесь побирал бы очень часто. А так, заметьте, уже приналатыкался. Да, уставший, но приналатыкался. В этом и плюс. Вот так вот играешь, и ты только опытнее. И это хорошо. Интересно, что там с локацией такая будет? Мне кажется, Самару не переплюнуть местный Форт Боярд. Реально, вчерашний эпизод было нечто. Нет, ну какие механизмы? Какая полоса препятствий? Какие галлюциногены. Реально, чистокровный Форт Боярд. О, здрасте. Нам дают возможность пользоваться всеми типами вооружения здесь. Смертный убивает бога при помощи лука. Забирает его корону и трон. Это богоубийца. Должно быть, я уже близко. Вода кишит пираньями. Ну что же, главное не лезть в воду. Весело. Они там друг друга что ли пожирают или что? Главное, делись в воду, да? Ну, мы залезли.
счастью, мы прошли. Надо придумать, как открыть ворота. Черт, вода прибывает. Надо добраться до того плота. Вода есть. Должен же быть способ. Ворота блокируют плот. Надо придумать, как их открыть. Я так полагаю. Крутящиеся клинки. А как же? Нельзя же просто так открыть ворота. Извините, пираньи, не ваш день сегодня. Надо слезть с плота. Я там ни за что не пройду. Придется проходить это испытание прямо сейчас. Может было по ту сторону. Ну, конечно. Невероятно. Вот это ворота. Надо придумать, как их открыть. Да легко. Вот есть какая-нибудь... Надо как-то открыть дверь. Здесь есть другой путь, ведущий вглубь постройки. Как раз 10 Черт. Минут. Плот снова застрял. Сосредоточься, Лара, и решение само найдется. Найдется в следующем эпизоде. Как раз таки записали ровно столько, сколько надо, и надо отдохнуть. Давайте пока посмотрим, сколько мы, во-первых, с вами прошли чисто по сюжету. У нас ушло. Ну, 76% точно так же. Вроде, в общем, топ-задания не приближают нас к завершению основного сюжета, я так полагаю. Я думал, это чисто процент, сколько все прошел в совокупности, то есть доп-задания и все остальное, но, видимо, нет. Но заодно, ну, 76%. Сейчас немножко перерывчик для себя сделаю и продолжу записывать так, что, по сути, подряд будут эпизоды. Готовимся, ребят. С вами был Вескер, Umbrella Chink. Всем спасибо, кто смотрит, пишет комментарии. И всем спасибо, кто смотрит другие наши прохождения по Лара Крофт. Увидимся и удачи!